Ребята, всем привет! Решил сегодня записать коротенькое видео насчет одного адаптера, который может пригодиться однозначно автовладельцам. И, конечно же, ни у кого не секрет, что у многих были GPS или разные там видеорегистраторы, которые питание получали от блока питания. Да, но в основном разные стандарты эти подключения были, да, мини-USB там, или микро-USB. А современные реалии такие, что уже все девайсы идут уже на Type-C. Поэтому тут два варианта. Или покупать какой-то новый блок питания, да, и то есть снова его устанавливать в машину, или пытаться как-то обходить это. Вот, и как раз видео об этом, что у меня в машине давно уже стоит GPS Garmin. Я очень давно им пользуюсь, в принципе, вполне устраивает, а что еще надо. Вот, но тут решил установить одно устройство, и питание от него требуется как раз по проводу Type-C. И два варианта, то есть в комплекте с самим устройством оно, естественно, пойдет блок питания, но это значит, нужно дополнительный блок питания проводить. Тут по всем этим каналам будет еще два провода лишних, а я лично этого не очень люблю. Я люблю порядок в машине. И решил использовать тот же самый блок питания, который для Garmin, да, то есть вот, но он на этот вот как раз мини-USB. Я вот приобрел адаптер вот мини-USB, то есть ломать, да, и это просто сейчас вот поставлю. Да, и просто сюда вывел, чтобы показать, что питание есть. Да, вот есть у меня есть тестер такой один, как раз понял, что 5 вольт есть, это Type-C. И у меня еще сделано так, что я вот вывел все это, да, и здесь вот сбоку сделал как раз выключатели. То есть я при необходимости, да, то есть могу, когда надо, включить питание на GPS или отключить. У меня на 3 разъема удлинитель прикуривателя есть. Спрятан здесь вот внизу, и там все будет красиво. Поэтому, в принципе, хороший, я думаю, это. Я его купил на Алиэкспрессе, также в описании оставлю ссылку на этот адаптер, да, то есть USB, мини USB на Type-C. В принципе, я думаю, что для моего девайса мощности должно хватить, да, то есть 5 вольт и ампер. В принципе, у меня тоже где-то 2,5, наверное, вроде бы было оригинальное устройство, оригинальное зарядное устройство от Garmin. Дальше будет еще через какое-то время видео по установке этого устройства, именно как я его установил именно в этом Мерседесе. Также всем спасибо, кто смотрел, всем удачного дня, счастливо. Кому понравилось это видео, то есть ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачи!